быстро за один день, потому что есть много фильмов, есть много передач, где уже это поле хорошо распахано, и некоторые идеи немножко менялись, некоторые дополнялись, что-то придумывалось по аналогии, то есть это было уже довольно просто придумать. Однако сложнее было уже выстроить маршрут, потому что есть много тонкостей, вот, и нужно было все это учитывать, сделать правильную разбаловку, сделать правильные подсказки. И самым сложным было, наверное, придумать послание зашифрованное. Элементарно просто и интересно. Потому что такие задания на любого человека рассчитаны. Будь то он профессионал или просто любитель. Любой с ними справится, и причем с интересом и энтузиазмом. В подобных квестах в Орле именно в первый раз, а так я наслышан, Encounter, Дозор, я принимал участие, на форуме Селигер тоже были подобные соревнования, я также участвовал. Они тренируют память, тренируют координацию, тренируют умственное мышление, то есть нужно разгадывать загадки, интересные головоломки, которые потом, впоследствии, нужны для получения приза. Задание. Мне кажется, самое сложное здесь выделить трудно, потому что испытания довольно разные. Одни есть на интуицию, логику, да, чтобы расшифровать это послание, а другое есть на ловкость рук и ног, допустим, веревочная лестница. Там нужно пролезть за время, успеть и схватить подсказку. Где-то нужно просто успеть за время, там, глазами бегать, быстро искать предмет. То есть они все разные, и сопоставлять их довольно трудно. Но в каждом испытании есть какой-то подвох, и это делает его сложным. Но, пожалуй, на мой взгляд, вещь, где нужно напрячься, чтобы догадаться быстрее прийти к нужному месту, это расшифровка посланий. Потому что они зашифрованы с какими-то наводящими только словами. Есть только намеки, куда идти, а догадаться нужно самому. И здесь все-таки нужна смекалка.